для наших телезрителей. Еще одно главное предложение дня. Сегодня «Оскар» получают два предмета, не смогли Браво. Между ними выбрать. И их заказываете вы сразу вдвоем. Два главных предложения. Так вот, второе – миксер с чашей от бренда «Домитти». И цена только сегодня. Только сегодня. 1199 рублей. Слушай, но еще я хотел сказать о том, что как раз какие-то чаши в 2 литра. Мне нужна чаша 2 литра. Так. Металлическая нержавеющая. Также 7 скоростей. Да. Также мне нужно отметить для вас, что это самая главная его фишка. То, что миксер с чашей, он не просто стационарный, он еще и мобильный. Так. Это очень важно, потому что я сейчас готов уже продемонстрировать, как с ним работать. Смотри, так. Вот он у меня на базе, миксер, да? Я его включаю, первую спокойную скорость. Могу отойти, могу так. Просто вот так вот сейчас дать возможность ему поработать. Вы помните крошку шоколадную, которую я только что натирал на нашей терке? А смотрите, как легко можно сделать шоколадное, условно, тесто, которое мы с вами тоже можем приготовить с помощью техники как раз какие-то от бренда «Домитти». Ну и это, и это еще не все. Он максимально компактный. И вот когда мне не нужна работа стационарного миксера, смотрите, что я делаю. Я просто даже во время работы его вот так вот снимаю, да? Вот так вот снимаю и продолжаю готовить и работать именно с тестом уже самостоятельно там, где мне нужно. Причем здесь еще специально смещена ось вправо для того, чтобы избежать вот этой проблемы. Когда, знаешь, некачественные миксеры работают и по краям не собирают все тесто, всю как раз какую-то массу, сливки, ну и так далее. Итак, здесь, вот оно два в одном, то, что ты говоришь. Здесь мобильный, у нас две насадки, да, крюки и венчики, стационарный мобильный, чаша у нас, напоминаю, нержавеющая, двухлитровая. Ну и, конечно, очень приятная возможность сейчас выбирать цвета, Оль. Конечно, вы можете выбрать не только всю функциональность, но бренд «Домитти» еще и про красоту обязательно, про стиль. У нас целых 4 цвета на выбор. Черный, а это белый с черным, классика для вашей кухни. Есть синий цвет, посмотрите, какой вкусный. Салатовый у меня стоит и красный. Тоже есть возможность заказать, особенно если вы уже собирали посуду от бренда «Домитти» в красном цвете, у вас есть, забирайте миксер тоже в таком цвете. Вот. И съемный миксер у нас есть, то есть два в одном и мобильный. Подставка станция, металлическая чаша из нержавеющей стали 2 литра, две насадки венчик и две насадки для замешивания теста, об этом расскажет наш шеф-повар. И 7 скоростных режимов, не 3, не 4, то есть есть возможность готовить особые блюда, особые рецепты исполнять в жизнь. И вот как раз про это мы и поговорим. Но еще скажу, цена только сегодня 1199 рублей. Это 47% скидки. Уже заказано 210. Их у нас не так много, поэтому поспешите, поторопитесь. И, конечно же, вот мы в прямых эфирах проводим опыты. Вот. Телеканал Шопен Шоу проверяет каждый продукт, прежде чем он попадет вам на экран. Ну, это бренд? Абсолютно. Тот самый «Домитти», о котором мы сегодня без устана будем говорить. Я ну, честно давай. Скажу, во-первых, плюс, я его не убираю в шкаф, потому что он стоит уже на станции, удобно около чайника. Так. И поэтому я его чаще использую, поэтому очень много блюд, рада вся семья. Да, блинчики тут же замесить, то есть это Конечно. Всегда под рукой. Смотри, вот так вот базу вот убираешь. Расскажи, какие вот так, ты рекомендуешь мне блюда новые приготовить? Слушай, ну это и крем, это так. и соус. Вот что это... ты сейчас взбиваешь? Я тебе взбиваю Кремчик? Творожный крем. Посмотри, какой и как он много, идеальный. 2 литра. Ой, так. Посмотри, еще раз. Напоминаю, 7 скоростей. 7 скоростей, Оль. Это не одна, не две, не три, не четыре. Это именно 7. И посмотрите, мои хорошие хозяюшки, вы наверняка знаете, как вот добиться такого результата. Руками вы такого не сделаете. И это только первая часть. Держи, так. сейчас будешь. Смотри вот сюда. Так. Здесь у меня творожный крем, но уже другой консистенции. Да, где опять-таки же работают насадки у меня так. совершенно другие, хотелось бы. Но здесь вот на красное обратите внимание. Да, я, да. конечно, продолжаю взбивать. И, кстати, есть станция, чтобы я не держала, вот, например, Коль. Да, да? А в чем плюс нашего миксера с чашей? Отключаем. Нужно вам, например, вот отлучиться. Куда вы положите ставим. Миксер? Вы скажите мне, вот пожалуйста. Вот так ставим да? на базу, устанавливаем его сверху. И 3 все. Секунды. Но у нас не только ну, зеленый ручки. Есть. У нас есть еще и красный. Давайте обратим внимание на конечно. Красный. Да. Да.
Я хочу сказать, что не будет нигде валяться ваш миксер, все всегда на месте. А вот в красном уже что-то серьезное. Серьезно. Это густое. Более творожная масса, она для каких-то чизкейков, для бисквитных тортов, да? Так. Здесь она как раз какие-то вы прорабатываете и именно взбиваете ее до пышности. Это очень важно в кондитерском искусстве. И опять-таки же, я помните, говорил, что центр специально смещен, да, для того, чтобы по краю все собирать. Остановились. Так, дальше сделали. Переходим. Смотрите, у меня черный миксер есть. Как вы думаете, что здесь? Это, конечно же, классика. В черном миксере у нас с вами как раз какие-то белки. О, безе! Безе, белки. Безе. Слушайте, вообще вручную невозможно. Если вы будете, опять же, просто миксером, опять же, немного скоростей у вас, это долго, да? А здесь на седьмой, на седьмой скорости вы сможете именно взбивать. Причем, опять-таки, сейчас хозяйки должны меня понимать, чаша металлическая, нержавеющая, ее можно поставить в холодильник, и сливки всегда можно взбить. Даже если, ну, такое произошло, что они отслоились, вы всегда на седьмой скорости сможете добиться вновь шикарного результата и приготовить их до самых пик. Еще раз напоминаю, это не только миксер, который работает как стационарный, он работает как и мобильный. И возвращаемся к синему миксеру. А в синем миксере у меня уже жидкое тесто. Оставим. Вот здесь я могу оставить и отойти, посмотреть, что делает Николай, пока миксер сам взбивает. Вот это я и люблю в наших миксерах от бренда Домити. Потому что руки свободны, готовит быстро и готовит качественно. Что ты делаешь? А я тебе рассказываю, Оленька, простые вещи. Это тесто, которое может заливаться под шарлотку, под яблочный сезон. Здесь у нас работают и белки, здесь у нас и крем-чиз. Здесь вы можете работать и с соусами, и с густыми, и с красными. И все вот это, конечно же, опять-таки, работает стационарно. Итак, у нас цена только сегодня на миксер с чашей от бренда Домити 1199 рублей. Сколько преимуществ? Да огромное количество. Два в одном. Это и станция. Yeah. На которой стоит это и мобильный миксер. 7 скоростей, чаша из нержавеющей стали, 2 литра, это, кстати, я оценила особо. И насадки для замешивания теста, ну и непосредственно для взбивания. И цвета, которые вы можете выбрать. Черный цвет, зеленый салатовый цвет, красный и синий цвет.